Чувашии к следующему году могут появиться новые правила утилизации крупногабаритного мусора. Как повысить качество услуг и урегулировать непредусмотренные на сегодняшний день в законодательстве вопросы по сбору и вывозу разных видов отходов, обсудили на заседании Координационного совета по защите прав потребителей. В соответствии с законодательством сейчас старую мебель, дверные и оконные рамы, сантехнику жильцы должны утилизировать самостоятельно. Выносить все это на контейнерную площадку запрещено. Но люди часто пренебрегают правилами. Нередко в баках и рядом с ними оказываются и сухие ветки, и отпиленные стволы деревьев. В процессе предоставления услуг по обращению с ТКО отходами региональный оператор сталкивается со следующими проблемами. Весенне-осенний период на контейнерных площадках на территории частного сектора города Чебоксары происходит стихийный навал отходов, состоящий из веток и порубочных остатков деревьев, которые не являются твердыми коммунальными отходами и не подлежат вывозу в рамках тарифа регионального оператора. На местах накопления твердых коммунальных отходов на территории частного сектора города Чебоксары также находится большое число металлических бункеров объемом 8 кубических метров, в которые складируются не только твердые коммунальные отходы, но и промышленные отходы от деятельности юридических лиц, не имеющих заключенных договоров с региональным оператором. Некоторые места накопления твердых коммунальных отходов не соответствуют техническим нормам. Глава Чувашии предложил обновить схему вывоза и утилизации таких отходов. Речь идет о создании специальных перехватывающих площадок для крупногабаритного мусора. Правила его вывоза и дальнейшей утилизации подвергнутся коррекции. При решении неурегулированных вопросов в сфере обращения с ТКО нужно учитывать общественное мнение, предложение населения, считает Олег Николаев. Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Юрий Марков, Республика.